Всем привет, ребят. Ну что, настал сегодня этот день не для этого аккаунта, а для другого, думаю, вы знаете. Хотя многие, думаю, не знают, а многие догадываются, что же это за день. Так, не та камера. Сегодня у нас мега-мега топовый день на десяточке будет. Почему? Потому что на десяточке мы получим одного из, скажем так, самых востребованных. Ой, блин, не тот сервер. Одного из самых востребованных и донатных героев. Это не Разруха, конечно же. Разруха вообще никакой. Это у нас Минотавр. И мы сегодня его заберем. И я, как говорил, я создам опрос и уже дальше определимся, что делаем с аккаунтом. Ну, опрос будет на Ютубе и опрос будет в Телеграм-канале, ссылочка на который есть в описании. Там выходят все видосики, все последние новости. В общем, вот как-то так. Такс, вот наша десяточка. Бум. Итого мы сегодня 150к доната, и у нас есть плюс один мега-мега эпический герой для подземок. То есть подземки тут уже будут, если мы сейчас его качнем, вообще ни о чем. Ну, не так, в принципе, ни о чем. У нас есть такие герои, которыми можно проходить. Такс. Видите, не заходил, пропустил все праздники. Забираем плюшечки. Опять же накопил кучу сумок с пэтами специально. Видите, еще, чтобы их потом прокачать. Ну так, так. Давайте возьмем нашу имбу и качнем сейчас. Так, Арктика, Лазуля. Космо, в принципе, у нас тоже, видите, неплохой. Давайте вместо Арктики. С Арктику отодвинем. Бум-бум-бум-бум-бум. Правда, скин нам нужен еще. У нас еще до сих пор на него нету скина. Скин на Минотавра не так уж легко достать. Его очень редко продают. Но я думаю, это не будет проблемой. Так, что у нас еще какие-то плюшки. Докачанное здание есть. Так, 150к и 150к силы сейчас будет у нас. Так, СО. Ну, какие варианты на сегодня самые топовые? Топовый вариант — это ППшка на урон, либо ремка. Вот мне больше всего нравится ремочный, потому что есть возможность поставить разные руны. И здесь мы тоже качнем ремочного, потому что можно будет на выбор поставить любые руны, которые захочешь. Сейчас нам только надо будет ремку нарулить. Вот так вот просто, ребят. Это просто английский сервер. Здесь все делается на изи. Там писали по поводу нового таланта, маскировки, что она ему заходит, если там будет отхил правильно. Но я честно скажу, топы над этим заморачиваться никогда не будут. На сегодня самая топовая — это римка, этого хватает с головой, больше вам не надо. Видите, как быстренько растет. Плюс 100, плюс 100, плюс 100. Вообще просто четко. В общем, еще один недостающий герой. В итоге у нас осталась только землеройка. Землеройка, Валька и Разруха. Все. И аккаунт будет полностью фуловый до следующей обновы, конечно же. Потому что у нас все от обновы до обновы. Так, давайте на него
Скилл качню. $150,000. Ну, конечно, смотритель его может ушатать, но смотрите. Немножко раздает уже. Вот он самый такой, самый один из самых лучших для фарма золота и маны. Конечно, он еще слабенький, как видите, он не пробивает. Надо ему однозначно качать 12-й скилл, там добавляются цели и добавляется урон. Но даже такой Минотавр уже хорош. Такс. Сейчас мы ему просветики побыстрее качнем. Будет получше дамажить. То есть, как видите, он не пробивает максимальное здание. Ну, надо ему скин. Там еще дополнительная бонусация будет. И сделать аугментацию на урон. Потому что он у нас не аугментирован. Также ему надо будет победный поставить для увеличения урона. И считайте, жизнь на этом аккаунте уже удалась. Потому что Валька рано или поздно, так или иначе, придет. Так, где там наш Минотавр? В общем, такой вот денек сегодня у нас на десяточке. Так, юниты, вот это единственное, что юниты останавливают. Вон база разваливал просто. Даже уже такая сборка, как видите, уже хорошо. Фармить намного быстрее можно все. Золото надо прилично. Бился об отражалку, скорее всего. Ну и плюс смотритель. Пактик докачаем. Видите разницу, насколько будет лучше он дамажить. Ну и, конечно, ему надо сделать эволюцию, аугментацию. Там еще будет очень большой прирост за счет стат. Да, надо хранилище увеличивать. Такс. Окей. Ну, в принципе, вот такого вот количества хранилищ хватает для того, чтобы сделать максимальную прокачку героев. То есть 5000 золота. Все в порядке. Так, все, финишная прямая. С
сможем поставить ему нормальную эмблему. А пакта у нас нету. Зато у нас есть железная воля, этого тоже будет вполне хватать. Такой нам еще пак дали за десятку. Так, что у нас есть на открытие? Ну, вот так. Питомца мы потом пооткрываем. Поехали, посмотрим. Посмотрим теперь разницу. Ну, сейчас его станет не будет, плюс у него еще дополнительный урон. Вот посмотрите, насколько разница уже. Сейчас дойдем до эволюции, будет еще интереснее. На эволюции он уже должен будет выносить. Если, конечно, победный словим. Центов 50 будет выносить однозначно. Вообще выносит чудесно. Вот, смотрите, почти. Чуть-чуть не хватает урона ему. Ну, количество целей, то есть надо 12 скилл однозначно качать, потому что это тот герой, который без 12 скилла немножко не такой. Так, есть. Отлично. Вот так вот. Теперь он с эволюцией. Теперь мы можем сделать ему и судьбу качать там. И ну, судьбу мы так ему могли качать. Мы сделаем ему. Аугментацию. Это еще дополнительно даст, как видите, и атаку, и статки прибавим. Так, не хватает у меня уже камешка. Кулаков у нас тут немерено. Камень аугментации. Отлично. В созвездии ему вот такие вот атакующие на атаку надо пятерки вылавливать. Сейчас мы попробуем словить ему на урон что-то, добавочку какую-то, и затестировать уже на эволюцию. Ну а потом уже докачаем, посмотрим, короче. В любом случае, даже такая сборка, она уже круче для фарма. То есть вы экономите кучу времени. Почему вот? В чем разница донат без доната, экономия времени? Можно постепенно там всего, ну не всего, конечно же, но 90% игровых ресурсов можно получить там, кроме там Минотавра, да, который, образно говоря, за донат. Можно получить игровым процессом без доната, но... Это очень долго все будет. Так, это не та. Вот это хуже всего. Искать какую-то чару, когда у тебя пару героев только на эволюцию. Потому что много хороших чар. Ты просто сливаешь в никуда. Ну, нам надо вытащить что-то на урон. Интересное. Опять смотрите, просто жесть, сколько пятерок, даже обидно. 5-5 для Махатмы, вообще кайф. Ну я думаю, это не первый и не последний раз. Мы сейчас только с Минотавром такое сделаем, а потом уже будем остальное доделывать.
Блин, вообще чары не падают на урон. Что это такое? Топовая чарка для PvP. Ну блин, давайте уже хоть какую-то победную там передачу, четвертую хотя бы. Вот, отлично. Хоть что-то. Такс. Плюс 16%. Давайте еще пошаманим здесь немножко. Я не буду делать 12-й скилл пока. Попробуем созвездие паролить. У нас там самого, как видите, не особо много. Так, крит урон берем. Ну и шанс крита тоже надо. В принципе, мелкий. Тут желательно пятерки. Так, это все фигня. Давайте даже отменим. Либо пятерки будем пока. Так, крит урон. Это печально все. Давайте на десяточку надо. Атака. Нифига, просрём 5 косамов и ничего не выбьем. Это созвездие, это самое дорогое удовольствие. Так, крит оставляем, чтобы критовал почаще. Точность, точности надо. Здания не особо уворачиваются. Так, атака четверка. Это как-то печально. Да, с пятерками напряг. Уклонение пятое. Куда оно сюда надо? Так, крит урона ставим. Крит урона зачем? Так, атака пятерка есть. Вот такая сборка. Так, крит резист, ну, не надо ему крит сопротивление, жизнь тоже ему не особо надо. Точность. Блин. Как не двойки, то пятерки, но не те. Атака, крит резист, жизнь не то. Точность, крит не то. Сейчас, короче, просрём все самые, ну, хоть что-то. Уклонение, ну, нафига ему уклонение? Так, атака пятерка. Крит это 450. Ладно, оставим. Пусть будет в загашнике что-то. Так, окей, с этим разобрались. Что у нас по итамам интересного есть? Надо собирать нужные вещи. Так, с кулаками понятно. Давайте теперь его немножко еще докачаем. Так, тут тоже можно просветить, подкачивать по чуть-чуть. Поехали посмотрим 80-й, то есть он еще не прокачанный, но посмотрите, уже 86% выбивает. То есть видите разницу. Сделали просто эволюцию и поставили чары. Уже разница налицо. То есть 10-й скилл, в принципе, если вы там не особо можете дальше его подкачивать, самое то. На начальном, конечно, этапе дальше этого будет маловато, но пока вам будет хватать. Смотрите, уже 91%. То есть это для битвы гильдии, этот герой просто, ну, как и Ронин, в принципе. То есть Ронин хорош, и этот герой хорош. Вот 100%. То есть неважно, какие там у вас прокачки, у вас здание просто с под ног убивает, и все. А вот миссанул. Миссанул из-за того, что кинули ослепление. Странно, этого убили. Этого не слили. Ну, в общем, Минотавр чем хорош?
экономия колоссальное времени, особенно при прокачке аккаунта. Видите, молчанку кинули. При прокачке аккаунта это самая топовая вещь. Как быстро мы набираем все. Поэтому хотя бы до Минотавра надо стараться. Ну, по возможности, конечно же. Интересно, когда-то нам смогут дать Минотавра. Без доната получат его или нет? Очень интересно будет застать этот день ликования. Так, отлично. Ну, как видите, такой сборки вполне хватает. То есть ремки, понятно, у меня сейчас там не самые топы, но у меня он не топово прокачан. То есть для моей силы хватает с головой. Вот так вот он у нас уже на вторую эволюцию пошел. Сейчас посмотрим на эту машину. Не хватает немножко. Вот сейчас стрелок нам тоже ничего в принципе не сделает, потому что железная воля. Поэтому чем ремка вот мне больше всего нравится, то что вы имеете возможность выбирать, какие эмблемки поставить, то есть под каждую локацию. Это очень удобно. Вот 100% уже выбивает. Ну, это не максимальная, понятно, прокачка, но этого вполне вам будет хватать. Вот опять мисс пошел из-за того, что ослепление прилетело. Ну, а на подземках там просто будет сказка. То есть до восьмой с Минотавром. Ну, с такими героями и без Минотавра можно пройти. А с Минотавром тем более будет намного все проще. Так что ждите. Вот смотрите, уже даже с такими прокачками все равно выносит. Надо ему еще и доделать скин, дополнительно урон будет. Так вот. Вот такая вот у нас, ребятушки, новая имба появилась. В принципе, этого не надо, ему лучше всего ангела поставить. Барудика. Смотрите, идем на подземке. Я до сюда дошел, потому что я, в принципе, проходил. Вот вторая эволюция, вот раз.
Сейчас он второй залп сделает и добьет уже все здания. Даже третий залп будет. То есть проходить уже по сути. Вот тут много целей, надо юнитов сливать. Самый плюс то, что он здание сносит, наземные цели, это ему. Вот раз, два и все. Давайте уже добьем до конца. Некоторые раньше мы его даже умудрялись на PvP локациях использовать, так как он снимает энергию и станет. Как видите, над башенками стан идет. То есть в этом плане он тоже очень крут. Вот такие вот, ребятушки, дела на десяточке. На десяточке сегодня праздник. Вот смотрите, как чудесно. Один залп, сейчас второй залп. На месте сейчас в третьем. Возможно, даже до меса не добежит. Не, наверное, добежит. Придется месу ударить, а может и нет, если зарядят. Да, все-таки придется добежать до меса еще. Третий. И все, и подземка пройдена. Вот так вот. Все, пишите комменты, лайки, репостики, ждите опроса и решайте, что будем делать дальше с этим аккаунтом. Все, всем удачи, всем пока.